Авто Стар Клаб. Возможности безграничны. И теперь мы переходим на нашего венгерского суперстара. Дамы и господа, мы говорим о большом человеке, у которого команда в Чехии, в Словакии, Румынии, Унгарии, Венгерии. Тоже в Чили, Коста-Рика, Мексика, Эквадор. Мы встретились полтора года назад в Будапеште. Давайте похлопаем Роланду. Большое тебе спасибо, что ты здесь, что ты к нам присоединился на этот очень важный разговор. И на Лотудей. Да, спасибо. Спасибо, что вы меня пригласили сегодня, Роланд. Я дам тебе пару вопросов, пожалуйста, ответь на них. Как ты, Роланд, поставил твою команду к твоим подсознаниям? И какой месседж ты хочешь сказать всей Mavi Global Community для того, чтобы показать, насколько важна сейчас ситуация? Большое спасибо. Извините меня за очки. Я хочу быть очень осторожным, из-за этого у меня очки. Я уже 17-18 месяцев с компанией, и мы просто делаем рекорды за рекордом, за рекордом. Потом у нас было промоушен Lotto Day. Я знаю, что все люди, все лидеры очень подготавливаются к тому, что происходит. Я думаю, что пару вещей, которые мы должны понять. Один – это идея пассивного дохода на долгосрок в сетевом маркетинге. Извини, что я говорю это, но в этом очень быстром мире, когда я начал свою карьеру, когда я начал пару лет назад, это очень важно, чтобы был пассивный доход на протяжении многого времени. Очень важно ставить свою энергию и время на 10-15 лет. Может быть, тоже твои дети будут этим, у них будет пассивный доход у твоих детей. Я думаю, что это очень важно. И очень много людей там с Amway, и с топовых компаниях, в которых есть такой пассивный доход. Но этот мир очень изменился. И поэтому то, что мы прошли с ковидом, и через весь мир это все прошло, везде кризисы по всему миру. Если люди думают о долгосроком, это очень важно. Я не против долгосрока. У нас есть стратегия, как мы строим, но нам надо платить наши счета сегодня. Не через 3 месяца или через 3 года, но сегодня надо платить счета. Поэтому это все хорошо, работаем долгосрок. Не переживай, что будет сейчас. Все будет хорошо, будет через 5 лет. Все хотят быть в хорошем состоянии сегодня, а не через 5 лет. И все эти люди должны платить счета сегодня. Или это будет просто не присоединено. Поэтому, да, нам важно тоже зарабатывать деньги сегодня, в близкое время. И возможность, которая у нас есть с Mavi Global, она очень хорошая, и сейчас она долгосрок. Потому что мы убиваем, в принципе, двух птиц одновременно. У нас мы можем достичь наших целей, которые на коротком этапе, и тоже мы можем достичь пассивного дохода на долгосрок тоже. И это как бы
то, о чем мечтает каждый сетевик. Это хорошая стратегия. И это, по моему мнению, это такая культура, которую мы начинаем с первого дня. Когда мы говорили пару дней назад, почему и как это промоушен такой сильный. Почему мы набиваем комнаты полные людей. Я думаю, что все начинается с тобой и с человеком, который начинает этот бизнес. И человеком, у которого правильное подсознание. Потому что часть людей думают, они видят разные Facebook-посты. И у нас есть очень хорошие лидеры по всему миру, с Мави. Когда люди видят, и они видят, что комнаты забиты, и они говорят, что все, они видят, что мы делаем тяжелую работу. И у нас очень тяжелая работа, и делать ее все правильно надо. И я думаю, что все начинается с тобой или с человеком, который этот слушает это сейчас. И этот человек начинает работать прямо сейчас. Я думаю, очень эффективно, что нам надо сфокусироваться, сделать деньги сейчас, прямо сейчас. Прямо сейчас. Не через 3 года, не через 5 лет, а прямо сейчас. Потому что нам надо платить счета прямо сейчас. Как мы можем платить счета прямо сейчас? Очень легко. Мы начинаем строить сеть, и мы можем заработать прямо сейчас деньги. То есть все начинается, как вы начинаете ваша, как бы, ваш бизнес в Mavic Global. Например, Домен, ты хочешь стать дистрибьютором. Почему вы становитесь дистрибьюторами? Очень легко. 99%, потому что эти люди хотят заработать деньги. Как хотят заработать деньги? Хотят заработать деньги быстро. Для этих людей, для этих 95% людей, они не знают, как строить бизнес. И поэтому наша обязанность обучить наших людей, как зарабатывать деньги. Мы уже знаем, как это строить, потому что если ты у меня записался, ты рассчитываешь на меня, что я тебе помогу заработать деньги быстро. Если я не помогу тебе заработать деньги быстро, то это как бы я как спонсор не очень хорошую работу сделал, получается. Поэтому надо сделать небольшие шаги для того, чтобы как заполнить комнаты, как сделать промоушен. Потому что все начинается с того, как ты начинаешь свой бизнес. И это самая важная вещь. Если я начинаю бизнес, которым мы идем, три вещи. Если ты не можешь делать работу, то лучше не начинать работу. Тебе надо обещать, как бы, что ты на несколько лет заходишь на бизнес. Как только ты его записал, как только он записался, он должен купить сразу билет на следующее мероприятие большое. Потому что мы знаем, что мероприятие дает для этих людей. И в самом начале это очень важно. Люди не видят всю картину. Они не видят эту картину, потому что они знают, как построить этот бизнес. Это мое обязательство. Я должен продать следующее мероприятие. Потому что я знаю. И если человек не придет на следующее мероприятие, он застрянет, он не будет быстро работать. И я не смогу ему никогда показать большую картину всего бизнеса, если он не приедет на следующее большое мероприятие. Я не могу показать большую картину, если человек не приедет на мероприятие. Поэтому очень важно, что мы должны моментально продать билет на мероприятие. И третье, мы всегда должны сделать уже закрыть, когда мы делаем с ним презентацию. Мы сразу должны сделать промоушен и делать
максимальный промоушен для этого человека. Вначале он должен обещать, что он будет работать 3 до 5 лет, потом он должен купить второе, пойти купить билет на следующее мероприятие. И третье, мы должны поставить задачи до следующего промоушена, как заработать деньги. И если так, такую культуру мы будем разрабатывать каждый раз, когда человек видит такой майндсет, такую культуру, такое подсознание, если он понимает, что так вот все работает, то тогда я делаю культуру, при которой будет дупликация правильная делать. И это в моих руках. Потому что человек, я должен сделать как спонсор, я должен его записать правильно или неправильно. Потому что если я его записываю неправильно, то он очень быстро выйдет из бизнеса через пару недель, потому что он не начинает зарабатывать деньги. Если кто-то быстро не зарабатывает деньги, он очень будет, у него будет плохое настроение из этого, и он выйдет из бизнеса. И люди, многие не делают правильное подключение людей. Это база, как надо правильно строить бизнес. И то, что и Кристи сказал, что у него большая... Кристи это не сделал за одну ночь. Он работает очень много. И у него новые люди постоянно приходят. И в Индии, в Бангладеше, везде. Я вижу, что комнаты полностью забиты. Он знает, что он хороший лидер. Ничего не происходит просто так. Если мы это постоянно делаем, все правильно, делаем дупликацию, и это направление, в котором мы идем, я знаю, что это берет много энергии. Люди думают, что мы запишем там быстренько пару человек, и все. Если обычно берет время пару лет, пока ты доходишь своих суперстаров. И тебе надо искать, и искать, и копать, один за одним, за другим, и пока ты найдешь своих лидеров. Если у тебя есть 3, 5, 10, 15, 40 лидеров, которые понимают это, которые знают, которые понимают, что надо 2-3 года работать на это, тогда что произойдет? То, что произойдет с этой компанией, то, что произойдет, то мы будем забивать комнаты, и промоушены будут взрываться. Максимально взрываться. И все. Кто-то здесь новый в этом разговоре. Это профессия, так она работает. Это недостаточно записать одного-двоих людей. Это не минута, и ты становишься мультимиллионером. Давайте поговорим честно. Поэтому вам надо сделать работу. Если правильную работу делаете, то это правильная компания сделать деньги на короткий срок тоже. Потому что каждый раз, когда вы записываете кого-то, вы можете все USDT вытащить эти деньги, которые люди вы получаете с реферальной программы. В многих компаниях вы не можете вытащить деньги. Здесь вы заработали, и 70% вы можете сразу вытащить. 70%. Почему? Потому что люди хотят заработать деньги быстро. Не за 3 года, за 5 лет, а прямо сейчас. Когда вы делаете такое подсознание, и люди понимают, что за культура, и как они должны начать, за 3 года или за 5 лет возможность пассивного дохода. Пассивный доход
Если это будет 3, 5 лет, 10 лет, это отлично, очень хорошо. Ну, нам надо заработать деньги сейчас. И с этой компанией, с этими промоушенами, здесь есть хорошая поддержка. Перед тем я проверил, сколько перевода есть. И 10 или 11 переводов есть на разные языки. Я думаю, послушайте, я соединил все в пазле, но этот бизнес со мной или без меня будет взрываться. Lotoday не платит так, как мы хотим. Мы говорили об этом. Это будет платить. Все будет работать. Это часть пассивного дохода. И мы говорили, что это возьмет время. Но первое, вы должны делать свою часть. Не плакаться на все. Если ты не учишься, как разговаривать с людьми и как записать кого-то, как первым делом купите, пожалуйста, следующий билет на следующее мероприятие. Если вы кого-то толкаете купить билет на следующее мероприятие через пару месяцев, и даже если человек не так активен, все равно. Это значит, что ты уже будешь на этом мероприятии. Это значит, что это продвинет человека на следующие несколько месяцев. Если я могу вытащить highlight, когда вы записываете кого-то, сделайте так, чтобы этот человек был обязан, у него были обязательства, чтобы продвинуться на несколько лет вперед. И тогда вы сможете начать зарабатывать деньги быстро. Сотни, тысячи долларов сразу. Он должен начать делать деньги сразу. Потому что если нет, то тогда он будет писать ерунду про компанию. Это, в принципе, так, если я неправильно сделал работу, или мы не сделали правильную работу. Поэтому все начинается маленькое и начинается и растет. Но вы должны начинать продвигаться вперед. И вы хотите быть топ-орнерами этой компании. Потому что не все просто так. Это так не случается. Тебе надо быть человеком, который делает правильно все. Если один раз в своей жизни вы научитесь, как правильно делать этот бизнес, и вы поверите и понимаете, что это не случайность, что это работает, ваша жизнь тотально поменяется. Потому что любой бизнес, который вы начнете в любой точке мира, вы сможете выжить, не просто выжить, а заработать хорошо, потому что, по моему мнению, этот бизнес, если бы как бы я думал об этом, я слышу много очень людей, которые против этого. Но побудь, пожалуйста, один год только. Пожалуйста, один год. Это моя перспектива. И это все. У нас 9 дней осталось от возможности получить Gaming Hub NFT с Mavic Global и с наших партнеров. Самый лучший промоушен, который мы когда-то давали нашей комьюнити. Роланд, пару предложений, пожалуйста. Какой совет ты можешь дать? Потом я дам слово Кристи. Не идите спать, запишите, сделайте список 150 человек. Если сделал список, какой-то процент, 20% будет идти. Так мы начинаем бизнес. In my first 3 weeks, I contacted 325 people. In my first 3 weeks, 325 people. People say, yeah, it's easy for you because you knew a lot of people. I maybe knew like 5, 10 networkers. Everybody was
everybody else. So if you don't know 150 people, если ты не знаешь 150 человек, это значит, что у тебя недостаточно мотивации. Так что сделай список, давай позвоним этим людям, давайте поговорим, пошлем сообщение. И твоя работа показать работу как можно больше людям, ты можешь, потому что это будет твой год. Роман, большое тебе спасибо. Global Star Club. Возможности безграничные.